Мы очень долго ждали. Очень-очень-очень-очень долго. Еле-еле дождались. Очень рады. Очень спасибо, даже рады. Спасибо за это, что, да, что открыли нас. Давно мы не Радость. Были на этом прекрасном мосту, соединяющем два наших поселка. Чувство просто потрясающее. Слезы радости, аплодисменты и постоянные спасибо. Этого объединяющего события местные жители действительно ждали долгие годы. В 2014-м власти Украины волевым решением разделили родных и близких в приграничных поселках Чирково и Меловое забором и таможенным пунктом. Как бы иронично это ни звучало, границей между российскими и незалежными домами стала улица Дружбы народов. Люди больше не могли спокойно ходить на работу, в школу, на рынок или в магазин в другую часть, в общем-то, одного, по сути, поселка. Для этого нужно было делать крюк до международного КПП. Долго стоять надо, там же и машины, и всякие товары везли, и вперемешку с жителями. Но теперь жители обоих поселков – россияне, и вернулся самый короткий путь перемещения. С калитки на пешеходном мосту через железнодорожные пути сняли замок. У нас есть большие тесные родственные связи, которые не прекращались независимо ни от каких обстоятельств. Это также позволит жителям общаться между собой. У нас тесные взаимоотношения в рамках проведения культурно-массовых спортивных мероприятий. Это также позволит всем участникам более оперативно пересекать теперь уже административную границу. Мост будет открыт с 7 утра до 8 вечера. Пройти по нему могут только жители Чирткова и Мелового при предъявлении паспорта. Дарья Лисицкая, Юрий Лешко, Первый Ростовский.